Завершают сегодняшнюю программу 4 четвертьфинальных поединка боксеров весовой категории до 91 килограмма. Бой номер 16, первый четвертьфинал этой весовой категории. Красного ринга Илья Квасников, Вологодская область. Синего ринга Виктор Серва, Архангельская область. Рефери боя судья международной категории Александр Шишинин, город Москва. Приготовится к выходу ринг 17-й четвертьфинальной паре Мурат Юлдашев, Псковская область, Александр Карпик, Новгородская область. Ввиду явного преимущества победы в этом бою одержал боксер из красного угла Илья Квасников, Вологодская область, город Череповец.